13-летний Антон Косарев этим летом с морского отдыха вернулся настоящим героем. В Лазаревском юноша спас 7-летнего тонущего ребенка, которого волнами унесло в море. Антон занимается плаванием, а потому, услышав крики о помощи, раздумывать не стал. Я кричал какой-то девочке, девочка это не услышала, я это услышала и за ним прыгнул в воду. В воду, спасая человека, бросились и Виталий, Иван и Алексей из села Майское. Парни в октябре прошлого года во время рыбалки увидели, как женщина упала с моста в реку. Трое друзей не испугались ледяной воды и вытащили ее. Она еще говорила, типа, отпускайте все, я не могу, я там, давайте, кричали, вот доставали, достали. Юным героям вручили медали за спасение человека. Почетную награду ребята получали из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Вот так держать, чтобы с пути не свернуть. Сегодня вы пример уже для тысяч и тысяч своих сверстников. И для многих людей, которые гораздо старше вас тоже. Это, конечно же, большая честь и высокая ответственность. Я рассчитываю на вас надеется вся наша страна. Вы и есть будущее России. Спасибо и поздравляю вас. Награждение детей, совершивших подвиги, часть всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Он проводится с 2014 года под эгидой Совета Федерации. А в этом году поддерживается еще и войсками Нацгвардии. За 5 лет награду получили немало детей. У их подвигов разные истории, но у всех ребят большое храброе сердце и готовность прийти на помощь. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.